Первенство России по дзюдо – крупнейший и важный турнир. В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты сборных субъектов России. Они разыграют медали в 17 весовых категориях – 9 у юноши и 8 у девушек. Дзюдоистам, занявшие призовые места, присвоят звание кандидат в мастера спорта, а также спортсмены будут вызваны в национальную сборную России. По словам организаторов, алтайские спортсмены продолжают планово тренироваться. К турниру уже все готово. И осталось дождаться гостей. Некоторые команды с 1 числа уже начнут приезжать, это с Дальнего Востока. Угу. Вот, а так основной заезд планируется на 7-8 угу. ноября. Это та возрастная категория, когда, так скажем, первый профессиональный старт, когда дети могут заявить о себе и попасть уже в сборную страны. Вот, поэтому они, как говорится, юноши и девушки, они бескомпромиссные. Вот, то есть накал будет заоблачный, будут биться и пытаться показать и доказать, что они соответствуют сборной страны. Большую развлекательную программу подготовили и для зрителей. На протяжении всех дней соревнований для гостей турнира будет работать мастерская аквагрима, чеканка монет и многое другое. А основная часть – это розыгрыш крутых призов, стать участником которого можно, купив брендированный мерч. Важно сохранить чек.